Отель Нейхарн входит в Leading Hotel on the World. Находится на пляже Нейхарн. Это один из лучших семейных пляжей на Пхукете. 16 тысяч метров квадратных. 130 номеров. Так, можно проехать, пройти на обе. Спокойный, тихий, современный отель. Комфортный отдых. Одно 9-этажное здание здесь. И все номера имеют вид на море. Небольшой лобби. Ну, современный. При заселении 3000 бат за ночь. Расположен отель на холме. Карта отеля. Тут не все номера с видом на море. Большая часть. Есть номера и с видом на гору. Есть небольшой интернет-уголок. Также обмен валюты. Рядом пляж. Пляж городской. Полотенца, матрасы, зонтики бесплатно. А лежаки будут платно. Ресторан. Рестораны здесь международные, тайские, средиземноморские. А-ля-карт есть арабская кухня и два бара. Система питания завтрак, завтрак-ужин и фуллборд. Это трехразовое питание. Посмотрите, какая прекрасная панорама на море. И пляж Нейхарн. Он считается одним из лучших семейных пляжей на Пхукете. Сейчас поближе подойду, я вам расскажу. Здесь камни, конечно, никто не купается, а вот чуть дальше как раз пляж. Это признан пляж один из лучших на Пхукете. Порядка 800 метров. Преимущество этого пляжа, во-первых, он очень красивый, и плюс растут еловые деревья на пляже. В основном его выбирают, конечно, уже бывалые на Пхукете туристы. Ну вот, смотрите, какой панорамный красивейший вид. Видны ветряные, не знаю, как их называются, ветряки. Очень красивые здесь закаты. Но немножко удалено все от центральной инфраструктуры. Но есть и кафе, и рестораны на пляже. Тут заметны приливы и отливы. Но глубина постоянная, не сразу слишком глубоко. Но бывают в зимний период сильные волны. Наоборот, в летний период. Поэтому выбирайте больше его зимой. Что касается питания, все включено. Выдают специальную карту на завтрак, у кого обед, у кого ужин. Из трех блюд по меню или шведский стол. Включены безалкогольные напитки. Чай, кофе. Также в баре у бассейна чай, кофе. В кофейне. И три алкогольные напитка во время обеда для одного человека. Вот здесь бар на пляже. Около бара выставляются лежаки, а так все лежаки на пляже будут платные. 200 бат. За них по 100 бат. 100 бат, один пляж или два. 200 бат с зонтиком, по-моему, и шезлонгом. В системе все включено. Неограниченные алкогольные напитки с 18 до 22. Далее все будет платно. Также по системе все включено. Отель предоставляет трансфер на пляж. Хотя трансфер на пляж Ката и Корон. И потом по запросу.
Здесь проходят завтраки. Тут как раз жарят лепешки. Симпатичный ресторан. Прям с видом на море. Очень красиво. Есть кондиционируемая зона, буфет. Есть бассейн с лежаками, также можно по меню заказать питание и напитки. Напитки стоят на бассейне. Посмотрите, какой панорамный вид на море, красивый. В этом отеле, конечно, больше выбирают гости пары или те, кто, если семьи, то дети постарше, потому что отель находится на горе, не очень удобно будет по лестницам, конечно, ходить тут с колясками. Тренажерный зал. С видом на море. Спа-зона. Зона отдыха. Также для принятия солнечных ванн. Вот. Здесь можно записаться на процедуры. СПА за дополнительную плату полностью, несмотря на ваши, даже если вы по системе ультра все включено, могут просто быть определенные скидки, а так СПА-зона платна. Очень красивая зона, где можно вечером посидеть. Лотосы, вода, панорамный бар, вид на море, на пляж, на панораму островов, ветряные мельницы, сам отель. Вот, видите, каскадом таким. Здесь бар, прохладительные напитки, алкогольные напитки. Очень красиво. Такой вход в спа, посмотрите, красивый. Посмотрите, как выглядят балконы с кроватями. Лифт до 6 этажа. Если у вас номер на 7 Deluxe, то вам придется подниматься выше по лестнице. Вся территория каскадная. Но очень красивый, красивый панорамный вид. Большая кровать. Вид на море. Кровать. Здесь с 1 октября будет тент. Из-за дождя и ветра пока тентов нет, но все их повесят. Посмотрите, какой красивый вид. То есть вы здесь вечером можете сидеть, отдыхать, смотреть на закат. Потрясающе просто. Для романтических пар. Да и просто приехать сюда, полюбоваться видами. Очень рекомендую. Ванна. Хорошая косметика. Чтобы не ходили. И душ. И туалет. Очень хороший номер. Royal Ocean View. 110 квадратных метров. Зона гостиной. Зона спальни.
Из спальни выхода на балкон нет. Большая ванна, халаты, туалет. Косметика их бренда. Душ. Туалет. Халаты, тапочки, пляжные тапочки, коврик для занятия йогой, тюк, сель, гладильная доска, это от комаров, небольшой балкон с гостиной зоной, с балийской кроватью и видом на море. В любой категории номера, только не в той категории, где вид на море, можно сделать барбекю и покушать на балконе. Посмотрите, какая красота. А, вон, все, мы начали. Ага, там спереди. Малыш, давай водичку. Водичку, да. Хочу купаться. Уже море, оно... И здесь, слышите, короче, можно купаться. Тихо, тихо, слышите, оно зовет нас. Красиво, правда?